Прогулка. Малоярский проезд. Уважаемые пассажиры, для предотвращения случаев вандализма и других противоправных действий в салоне троллейбуса ведется видеонаблюдение. Московский государственный строительный университет.
Уважаемые пассажиры, за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа в городском наземном транспорте установлен штраф в размере 1000 рублей. На линии работает контроль. Идущим транспортом. Переходите улицу только по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Стоящий на остановке трамвай обходите спереди, троллейбус и автобус сзади. Thank you.
случаев вандализма и других противоправных действий, салоны троллейбуса ведется видеонаблюдение. Остановка. Следующая остановка. Улица Бориса Голубева.